Всем привет! Сегодня на нашем утреннем перекусе ему на палочке. Вот такие вот батончики, якобы повышающие иммунитет. Здесь у нас сто килокалорий, белков, жиров немного, без ГМО написано. Употреблять будем данную вещь. Кофеек. Это в темном шоколаде. Вот такая вот. Я так подозреваю, что это печенюшка. Но пахнет очень сильно. Печенье с какими-то сухофруктами. С малиной, наверное. Как батончики, знаете, злаковые. Даже не злаковые, а типа полезные батончики, там разная малина, только в шоколаде. Для идиси завтрака самая идеальная вещь. Наедаешься, она такая плотная, вкусная, насыщенный вкус. И темный шоколад под кофе без сахара очень идеально подходит. Ну, на данном этапе наш дикий перекус. Завтрак подошел к концу. Всем пока. Ставим свои комментарии, лайки, подписываемся на канал. Впереди нас ждут большие обзоры и новые EDC жоробжорки.